всего у нас обеспечивается охрана имущества различных форм собственности. Это объекты, квартиры, места хранения имущества более 14 тысяч. Значит, за текущий период этого года, то есть за 6 месяцев, подразделениями осуществлено было более 5 тысяч выездов, при этом было пресечено более 1165 различных правонарушений в отношении охраняемого имущества. Ну, как я уже говорил, принимаем мы участие в охране общественного порядка, то есть это раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений. Значит, по информации дежурных частей органов внутренних дел у нас было осуществлено более 800 выездов. Значит, в течение деятельности, в течение осуществления выездов на срабатывание технических средств охраны по информации дежурных частей было раскрыто, принято участие в 272 преступлениях. Все наряды у нас групп задержания, они работают по определенным маршрутам. Маршрута патрулирования. Значит, маршрут патрулирования у нас разработан также в соответствии с 900-м приказом и зависит от количества объектов охраняемых подразделений, находящихся на этом маршруте, от населения, проживающим в данном населенном пункте. Он может быть 10 километров. Это у нас, как правило, в сельских местностях. В городе это у нас протяженность маршрута там, от 8 до 6 километров. То есть, если в среднем брать, ну, наряд прибывает в пределах 4-5 минут на срабатывание сигнализации.